Сентябрь месяц – самое время позаботиться о будущем цветении наших прекрасных лиан-клематисов. Как видите, мои клематисы, некоторые еще пытаются цвести. Это клематисы второй группы обрезки, которые в летний период цвели махровыми цветами. Сейчас я вам расскажу, как подготовить клематисы к зиме и к весеннему будущему шикарному цветению. Для этого наши клематисы должны уйти здоровыми, с зелеными листьями в летний период, в зиму. То есть наш клематис должен быть здоровый. Если у вас вдруг начали чернеть листья у клематиса, это первый признак того, что ваши клематисы заболели от того, что летом были дожди. В общем, что нужно делать? Наши клематисы нужно обрабатывать. Обрабатываем наши клематисы фунгицидом скорый топаз, а также препаратом Алатар отвредителей по листу и с обратной стороны листа. Такая обработка защитит наш клематис от вредителей на этот сезон и, конечно, не позволит с первыми весенними лучами вредителям вновь напасть на наши клематисы. Чтобы добиться шикарного цветения в весенний период, следует уже с осени подкормить наш клематис. Клематис я подкармливаю золой. Аккуратненько вокруг куста делаем такие вот бороздки, разбираем, ну, не задевая корневую, и вот таким вот образом щедро насыпаем золой наш клематис. Он вас отблагодарит, поверьте уж наверняка. И сверху мульчируем нашу золу грунтом. Если ваш клематис, вдруг вы все сделали так, но он не цветет, значит у вас слишком кислая почва. Раскислите вашу почву путем известкования. Пусть они уходят у вас в зиму здоровыми, а весной порадуют пышным цветением.